Дазл, нормально, дазл. Зарешаем сейчас. Ешка. Так, ура. Икеры, хуикеры, блядь. Я урну сварю, чик. О, трипера. Нифига себе у него палка, наверное, полэкрана. У кого? У этого Эмбера. Спирита, то есть. Эрт Спирит. Но он бомж. Куда пойдем, на них? Фиг его знает. Нет, ты должен с кем-то с БТ идти. А, он репикнул. Пошли вниз. Так чё, мы два саппорта нанизу, ты чё? Чё саппорт, я пойду как танк. Чё? Как жопа, что ли? А я как керри. Я буду их это звуками пугать. Сейчас мы красиво сыграем. А может и некрасиво. Блин, тут гречку еще им с котлетками. Нормально, надо было сразу поесть. Так ты ж тут пригласил меня в патчу. Блин, снежная карта, отстой. Чё? Ну мне больше лето нравится. Та лесная карта. Как бы, в общем-то, ничего не изменилось. Только покров. Ну, напряжен. Дум, ты лес? Дум в трибу, и два саппорта шуебанулись. Сань, дуй наверх. С триперком. А где у тебя... Вот интересно, ты покупал ботинок, купишь ботинок. Нет, 107 крепления слова. Булы сделай там такое, что-то. Сань, куда ты ботинок будешь одевать? Виско. Ну туда, куда и ты, наверное. Нет, так я-то понятно, куда, на ноги. А где у нас на лане никого? Круто. Потому что они... Короче, что ты будешь варить? А, у нас это, тетка, бабка у нас. Пошла вон. Дазики. Ты качайся на отводах, паре. Да. Ну, пацан, иди отводы мути. Ладно, стой с думом. Иди я сам. Тут ты рак, сцан. Даже варды не соизволил купить. Так ты саппорт, ты ж курицу купил. Вот ты тоже саппорт. Ну, ничего не знаю, один есть саппорт. И как нубский закуп, ботинок, небось, купил. Конечно. А, я отвод замутил. А нет, замутил. Стоп, а что у них? А, у них Акс в лесу. Ой-ой-ой. Сука. Говно сцаное. Наши сделали хоть. Да, Эмбер этот. Не Эмбер, земляная панда. Блин. А я на отводах сейчас качнусь, как пацан. Давай тетку примем. А тут я такой. И что? А-а-а! Нафиг ты мне тут привязался. Дум, кидай дум. Отгоняй эту мразь. Вот так вот. Говно. Не знаю. Ну нафиг, я же тебе говорю, психодел настоящий жестокий. Я, кстати, ни разу не играл, ни в первой доте за респайн не играл, ни во второй. Ну стрёмно. Вот у меня есть понятие такое спина, вот как этот, допустим, этот, Рики, блинкается, у тебя есть такое понятие, как спина? Не знаю, наверное, есть. Вот, кстати, на месте разработчиков я бы сделал, что у виспа нету спины, то есть как бы бэкстап на него не работает. Ну то есть работает как будто это перед. Я отвод не замутил. Ну тут бой, знаешь, он определяет виспа, наверное. Видишь, у него сзади писюльки такие. Ну, типа да, наверное. Вот. Давай бабку. О, она наша, стопудово. Я ее подстомплю. Оп-оп. Так отвлекает. Не уйдет. Я еще подамажу. Но это мы всегда начинаем, как говорится, за здравие, а кончаем за упокой. Понятно. Еще дум живет.
Потом какой-нибудь Акс нас будет вообще нагибать. Ну там Вайпер же сказал, соло хочет стоять. Ну его как-то подговнявливают их. Ну да. А что, ты боишься? Сейчас я отключу, куда я. Не надо, не надо. Да я слышу, я понимаю, такие пиву. Эти звуки похожи, вот как воду отключили, а ты кран включил. Да, что-то похоже. О, блин, ну почему, как что-то я отводы вообще, как клоун делаю. Помереть хотел, видимо. Кто, кто, кто? Дум. Он умер? А вы Банша убили? Да нет, она Банша пришла, но Дум хочет умереть, видимо. Потому что с вами Дазика нет. У него там хп-то в итоге нету. О, тихо, крипы откуда-то пришли? Из лесу. А что они делали в лесу? Там же я в лес отвел, парень. О, Дум, Дум, сфидел. На, пока я добрый. Ой! Ну Дум, нафиг, я на себя эту юзанул, банку. А хотел на Дума. Ну Дум рачета. Че, будем бабку ловить? Да, она уехала. Кстати, мидера нет. А кто у них был на миде? Сикер. О, пацан, Сикер, сейчас минструк кинет на нас. Да, АСФ. А, СФ. А то он минструк кинет на нас. И мы кончим. Я телепортнул, плохо. Ну, ты со мной телепортнулся на базу. Так мы же не в связке. Так я кинул связку, в чем проблема. И ты, мне кажется, затупишь. Я забуду тебя забрать. Какая она левелом? А, пятого. Ну правильно, пятого. Кстати, промазала своими птицами сцами. А где Сикер? Я не знаю, наверху может был. Да нету, на лайне. Только два пацана видно, вражеских. Саня, апни куру, по-братски апни куру. По-братски. Да подожди, мне копейка осталась до этого. Сука, на, говно. Я тебе сказал, уйди отсюда. Пофиг, валим. Не-не, не валим, не валим. Тварь. Бля, я флаг пытался сожрать. Какой флаг? Ну, во, флаг стоит, где? Флажок? Ну. Я далеко. Он же деревянный, но я его пытался сожрать. Апни куру. А, этот флаг. Ну. Сань, по-братски апни. Ну подожди, дай мне арканы сожрать. О, арканы это дело. Копеечка осталась. Так, папка, я не понял, что она тут тусит? Ух ты, тварь. Безбожница. Эмбер, забери ее, пожалуйста. Блядь, далеко был. Похиль меня, заебал. Как я тебя похилю? Жопой, что ли? Ну, да и жопой. Ой, это пойдет. Да, я сейчас под... Давай уйдем, восвоясь. Опять кто-то на гангеле. А, этот? Бомжушка. На тебе говно. А вот зря он подходит так близко к этому афелку. Блять, крипы. А, это душ выйдет. Фига себе, ой-ой-ой. Ну почему так? Ну это несправедливо. Это несправедливость. Угу. Почему у меня кританика не прошло? Что это значит? Фингер это, по-моему, палец. Скажи мне, почему? Потому что жрет кто-то за игрой. Не держать. Наоборот, я мозг подпитываю. И лучше... Вот ты жирными руками там на кнопки не попадаешь просто. Ну я штаны вытираю. Ну конечно. Ты пока вытираешь, видишь, он чпокнул, видишь, не кинул. Ну да, типа микроконтроль теряется.
Согласен. То есть в этом деле важно вообще все. В доте даже встать надо вовремя. То есть нельзя играть в доту и хотеть встать. Кстати, что мы пошли пацанам помогать? Пойдем помочь. Собрать, может, будем собрать. Мы два саппорта. Сейчас рулим, может. Тарасочку сейчас соберу нормально. Будешь танковать адово. Собери Тараску, потом этот Радик. Да БМ-ку соберу сначала. Ну, чтобы всякие сикеры помогать. Ну да. Чтобы они стали близки под ком. А Тараска нужна, кстати, для... Кстати, ну Акса мы не щеманем вдвоем. Акса, конечно, не щеманем. Пацанам поможем. О, Вингушу, Вингуш. Там, кстати, Акс из леса должен прийти на подмогу. Но я бы пришел. Сука. Молчанка же... А, у тебя же нет молчанки. Нет, не молчанки. Ой-ой-ой. Ну не успею ее крест повесить. Бля, там еще и вышка есть. А, она мне сало. Ой, меня что-то в говном покрыли. Ой. Меня говном кроют. Петушня это. Да я не убегу. Чиж, блядь, ты дал или что? Я здесь стою, ты не мог тизер нажать? Говнизер. А ну, блин, тизер охуительный. Тизер. Не мог нажать. Что, видел тебя, что ли, там стоишь? Вот так вот приходи, помогай, все везет. Не буду я никому помогать, пойду я сюда. Некогда мне помогать. Ладно. Вижу. Опять на меня вся надежда. В каком-то веке. А? Сейчас я пофармлю малость. Блядь, мне арканы надо, пацаны. Сейчас это... О! Ломают зигу. Сверху зигу ломают. Не-не-не, нельзя. Нельзя отдавать им зигу. Вообще в доте кто выигрывает? Кто пропушил, правильно? Ну если вайпер же кричал, что он там один вправит. Пусть, по-моему, вправляет. Я пойду. В доте выиграет команда та, которая пропушила, правильно? Ну а я. Ой-ой, пацаны, пацаны. Правильно. А, у них это косая, кстати. Бабка? Да. Из леса вышла и не увидела, что я там. Ну она просто это пернула. Ну, и от вибрации и... как бы рука у нее дрогнула. Ну блин, она пернула вообще, я не знаю. Она походу кинула, и потом он сам автоматически герой бежал. О! И там прибежал я уже. Богатство я подбрею. А? Да я хочу арканы побрить. Это 12 минута, я гол как сокол. Извиняюсь. Мне бы завардить что-нибудь. Завардить. Да я боюсь в лес эти меня выщемлют. Кто там? Койлы полетят. А, не достало. А, сикер минус трубки нет. Не-не-не, я ухожу. Пошли наверх, может, выстегнем желтого. Винга. Сцаная. Я могу точно не вообще. Ну хоть отгоним ее. Палкой. Блин, там на меду у вас. Дятлы какие-то. Ой, иду, пацаны. Вот ничего, только вот отошел. А вот отошел сверху, уже винга появилась на горизонте. Ну что ж ты будешь делать? Сейчас похилю его. Все. А, у нас Дум еще фармит. Нифига, я не дам Винге Зигу забрать. Сука! Говно!
Там трипер божит, я вижу. Я и куплю сейчас ТП-шку сам, на пожар. Скажешь, когда там пожар будет? Где? Где-нибудь. Тебе нафиг мне тангусик, я продам. Варты, варты, уши. Не-не, винга, она мне шлёпнет. Чё, у вас там пожар намечается? Я не знаю, я вон нанизу, там пар... А чё ты нанизу, когда наши? Все. Я проношу там вниз подтягиваю. Да тебя сейчас выщеглю. Как щегла. Никто не приходит там сказать на меня. Всем посрать на светлячка. Всем посрать на моё лицо. Меку, круто. Странно, вайпер меку собрал. Нормально, так это тема. Ух ты, винго. Пожалуйста, там вард стоит вот здесь. Сука, пошла отсюда, тварь. О, по-моему... Что, вард там стоит? Да, где-то там. Но меня... Ну, ща разворжу. Я сюда заходил. Ну, не сейчас, а попозже. Глянь, опять колонка отошла. Я просто не знаю, где именно. Пацаны, надо развардить, пацаны просят. Блин, я... Я не могу играть, когда у меня одна колонка работает. Да выруби вообще, надо через наушники играть, только нубы играют через колы. Какие наушники? Жень, я не буду как бичара сидеть... Как бичара ты сидишь через колонки. В этих бичарских наушниках... Самая натуральная бичара. А сколько центрики? 200? Офигеть. Каждый раз мыться после них, это бред. Купи новые. За что, Женя? За работу. Я устраиваюсь на работу. Как честный гражданин РБ. Или может ты нечестный гражданин? А, гражданин. Угу. Минструй кинь, стопудово. Нет, не кинул. Но хотел. Ну давай, добей. Ой, дал крест. Бабка. Трипер уйдет, главное, чтобы трипер ушел. А я зигушку добил, и СП уже. Да нету тут вардов. Я не вижу вражеских вардов. Ты видишь? Я нет. Я не знаю, где вы ищете. Наверху. На них никто варды не ставит. Ля-ля-ля. Да, как я пацанов засейвил. Ну-а! То, что ты жопой нюхаешь цветы. Сань, метнись наверх. Тизер. Зачем? Тизер нажми. Бомж, тизер нажми. Так, ладно, это все хорошо. Мека у нас есть, да? Вот что я свалю. Будем пушить. Ой, 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 ой. Ну что, стоим, ждем, наверное? Все насать. О! Забираем, забираем говно это. Блин, я в сале. О, на мне минстру повесили. Чтобы мне... Да ну ты что? А вот сейчас да. Ага. Не на того напали. Ребята. Убить они меня вздумали. Смешно, смешно. А я взял крест на себя повесил и все вытанкал. Дазл. Дазл тут разруливает вообще телегу. Так, тихо, тихо. Я не с вами. О, кура. Отлично. Вовремя. Ломаем, ломаем. В кустах кто-то?
Да ладно. Да некого. Не-не-не, они будут брать нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Засейвил. Сики этого. Блин, умер все-таки от волны. Я предлагаю уходить. Не-не, подсоби. Чем это подсоблюжение? Випер, только живи, пожалуйста. Ой, Саня, фиговый ты. Подсобищик ты. Блин, да куда он убегает, я не могу так забить. Эмбер все-таки сдох. Я тут партизанским делом занимаюсь. Ах, ребята, что ж вы так? О! Какой-то добрый молодец. Виз, открой секрет, ты сейчас потеряешься. Нажимаешь на кана, у вайпера ебать сколько ману, прикинь. Чё он сказал? Мне надо потерять секрет. Чтобы маны перекатать. Идите, бомжи, я вас хильну. А еще тебе нужен ботл. Ты понимаешь, у тебя когда мало хп, ты ботл просто усиливаешь и все остальное. Это сангайд. Помочь моим гадам. Не. Не, я один не лезу. Может, подойдешь? Идем. Бери. Нафига? Вдвоем? Стыкотно. Ничего не пацаны. Мы их убиваем. Все, сваливаем. Они сагрились. Так. Третий скилл зажми. Третий скилл зажми. Вот, смотри, пошло, да? Пошло, как классно. Сань, ты скиллы читаешь, что тебе дают? Да, мало хп, вот тогда ты хилишь. При этом надо... У тебя вообще лучше собрать транквилы, типа, и боту. Угу. Ну, ничего сказать не могу по виспу, потому что я за него не играл. Но тебе надо посмотреть гайды от школьников, и ты тогда будешь рулить. Ну, я виспом не собираюсь все время играть, но мне не сильно это и нравится. Да чё, он классный Гера. Не, он, ну, он связки, ну, знаменитый это Хаус Кнайт и Висп. Блин, ну Висп раньше вот этой своей веревкой он станил, а сейчас он просто замедлит. 5 секунд. Давай, Накс, согримся. Ой, я зря подошел как-то. Говна ему. Супер ебаный. Так, все, я за шариком пошел. Мне шары не надо. Так, а что там на говно это надо? Soul Ring, походу, да? Там поменяли ж как-то. Да, Soul Ring. Вис, ну вообще, мы сейчас покупать это раз, как уже просто третий скилл. Что я так делаю? Вот, кстати, сказывается мой навык. Я ж играл. Он разорвал. Я ж вот играл за хилеров всяких, да? Вот оно сказывается, что. Дайте добить крипа, падла. Что как бы могу я, могу. О,
Мне кажется, Дум сейчас фидит. Я Дум, ты чё, кинул меня? Ну, Дум, давай! Давай! Да, Дум что-то нифига не думит. Ничего без дазла не мог. Не, ну, вообще ну, ничего. Кинул опять меня. Да, я вот. Молодцы. Это тихо-тихо ботал был. Молодцы. Ничего вообще без дазла не мог. Даже посрать сходить. Сейчас соус варю по бырам. По рыхлому. Так вот, я ж не договорил. Как бы сказывается моё проткость, что я играл в вою за хилеров. Видишь, как я чик-чик. Где? Все контролю. Никто не падает. Как в вове никто не падал, так и в доте. Вот он скилл, вот он скилл. Все, у меня остался рецепт, пацаны. Видишь, я даже крипов хилю, и то. Врываемся на говно. Мана у всех, молодцы. Все, все похилены, все живы-здоровы. Отлично. Валимся, валимся. А, у него рать. О, так тут ГГ. И тут все, мы выиграли. На-на-на-на. Они уже, наверное, сдались. Блудстоун. А не сварить ли мне Тараску? Да, Дум какой-то просёдливый. Опа! Секунд объявился. Где он? Где ты, сволочь? Секуна, секуна! О! А! Не, нифига. Я думал, Сикер сейчас копыта откинет. От минстры своей. Ну, знаешь, блэтмейл прожимаешь. А у него ж... Ой! Дум, ты чё такой? Думишь-то? Дум чуть не отъехал. Ну как? Мы же одна команда, мы одно целое. Да дайте здесь застилить кого-то. Я в сале. Нате, Дум. Опять соленого мне дали. Дайте застилить. Нифига, это мой... Нет, не я. Ну, короче, изи. Вот что я могу сказать. Сейчас я мужик приду, подожди. Да какой? Давай, бей. Сейчас можем проиграть еще. Они, может, сейчас воспрянут духом, и мы проиграем. Не, мы не проиграли. Ну, что, опять затащил я. Тим удержал, все, никто не падал. Все отлично, завардил. Все сделал по-пацански.